Ну, блин, адрес записали, сказали, что сейчас приедут. Ну, я не знаю, знаешь, сказали, что сейчас это... О, морде его смотри. Да, кстати. Саш, попробуй снять получше, если получится. Он не поворачивается нахера. Может, пригодится. Еще они ковыряются долго, дилетанты какие-то. Саша, это не дилетанты, поверь мне. Это нам кажется, что долго. Они там уже, мне кажется, замок вскрыли. Поэтому стоит раком. Да, Саш, хватит смеяться, ты чё? Не с твоей машиной там стояла, ты чё? И машины-то нет. О, смотри, парень подошёл. Блин, что вы будете делать? Саш, да хватит ржать, ты чё, вообще что ли? Сейчас он позовёт. Блин. Сейчас ты смотри, смотри, вообще. Блин, драка. Блин, ну вообще молодец. Нихера себе, блин, бросок. Ну, мужик, главное, прошел вообще, ребенка провел мимо. Вообще, блин. Саш, что ты смеешься? Ты бы так вышел, блин, вот так вот бы раскидал этих двоих? Блин, да. Ты сидишь, блин, дома, ничего не... Просто я снимаю, шоу, я документирую. Да. Документируешь. Блин. Пивандрию подобрал себе. Ну, не всегда, конечно, вовремя, да, сейчас бумажечку не пишу. Подъезд, если не